Доброе время суток. Сегодня буду делать оксидирование ножа. Нож простой, мора, из углеродистой стали, был весь ржавый. Ржавчина была убрана. Нож заточен по спускам в ноль. И чтобы немножко защитить лезвие, хочу сделать для него защитное покрытие. Для этого нам понадобится, кроме самого ножа, банка лимонная кислота. Лимонная кислота 25 грамм. Две пачки 50 грамм на пол-литра должно хватить. Так. Кислоту высыпаем в банку. Добавляем теплой водички. Перед началом лезвие желательно бы обезжирить. В моем случае это будет спирт. Так, спирт. До всей этой процедуры лезвие я хорошо помыл с щеткой и фэри. Сейчас просто протру его спиртом, стараясь не касаться пальцами самого лезвия. Давайте еще раз. И теперь погружаем его в раствор с лимонной кислотой. Сейчас через несколько минут начнется реакция. Через 10 минут я его буду вытаскивать и протирать лезвие. Посмотрим, что получится. Подключимся позже. Окей, прошло 10 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось равномерное темно-серое покрытие. Сейчас я его вытру и продолжу.
такое получается. И продолжим травление. Для разнообразия нож повернем в другую сторону. Прошли вторые 10 минут. Давайте еще раз посмотрим, что у нас на лезвии. Ну, уже ближе к тому, что хочется. Хорошо. Опять протру клинок и положу его в эту же банку. Опять в другую сторону. Посмотрим. Процесс пошел. Хорошо, прошли еще 10 минут. Итого у нас получилось 30 минут. Давайте посмотрим, что получилось. И, наверное, уже можно заканчивать. Цвет темно-темно-серый. Хорошо насыщенный. Давайте будем закругляться. Здесь все просто. Вытираем лезвие. Вот. Чтобы остановить реакцию, которая все еще продолжается на поверхности, я смажу данный нож каким-то растительным маслом. В моем случае это будет подсолнечное масло. Что еще хотелось бы сказать в конце и на чем акцентировать внимание? Во-первых, техника безопасности. При таких работах нужна хорошая вентиляция, вытяжка или эту работу, что еще лучше, нужно делать на воздухе. А во-вторых, по самому процессу
Ну, вот такой вот клинок вышел. По самому процессу воду я наливал в банку довольно-таки горячую. То есть она почти была доведена до кипения. Потом еще минут 5 ушло на приготовление. Но вода около 80 градусов, я бы так сказал, плюс-минус. И опять же, техника безопасности. Если будете сами это делать, то не забудьте, потому что это здоровье. Если вы делаете дома, это не только ваше здоровье, но и здоровье вашей семьи. Все. Нож готов. Вот такое покрытие получилось. Я думаю, что на несколько лет оно защитит этот нож от лишней ржавчины. Что еще будет сделано в этом ноже? Здесь будет сделан микроподвод одним из природных камней. Появится ровная, красивая зеркальная полосочка на РК. И нож приобретет свой окончательный вид. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и хорошего дня.